хорошая музыка. А что это за звук такой? Бывает. Все началось с того, что Анжелика, детально изучив одну программу, два фото обработанного лика, шутя презентовала Инстаграму. То был шедевр и ретуши, и цвета, и стиль не хуже Марио Тестино. Настолько, что ее подруга Света, увидев фото, сильно загрустила. Светлана не дружила с фотоделом, зато дружила с Борей из «Газпрома». И пару дней назад ее одел он в куницу, чем не повод сделать промо. Светлана под себяшкой написала: «Спасибо, дорогой, за эту сказку!» И тренерша из местного спортзала, увидев селфи, потянула связку. Она встречалась с культуристом Женей, таким самовлюбленным эгоистом, что за 4 года отношений он ей купил трусы за 1300. А у нее божественное тело. Светлана ей в подметке не годится. И тренерша от боли захотела запечатлеть на фото ягодицы. Те самые трусы за 1300 дополнила чулками и корсетом. И бывшая подруга культуриста ответила семейным фотосетом. Тот фотосет увидела Марина и выложила новую машину. Машиной соблазнилась Катерина и выложила нового мужчину. И я стою с айфоном в туалете и думаю, как много нас в России друг друга мотивирующих леди, счастливых и успешных, и красивых.